А перед началом ролика хочу посмотреть вам очень интересный канал Хавзитка. Он снимает ролики про казино и про рулетку на крупные суммы, поэтому всем советую подписаться. Ссылочка будет в описании. Смотрите, ставьте лайки. Очень годный контент, всем советую. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня будем крутить рулеточку на серии Amazing Holy Play. Итак, у меня есть 600 рублей, это 12 попыток, и есть еще одна бесплатная рулетка. Я даже не знал, что она у меня есть. Но это хорошо, будет еще один шанс что-то выбить нормальное. С вас обязательно лайки, пацаны, 150 лайков, и выходит новая серия про леточку. Поэтому все зависит только от вас. Так, погнали первую прокруточку. Надеюсь, выпадет что-то реально годное. Хотя бы машина, блат номера, еще что-то. О, Нива. Конечно, с урвом был бы лучше, но ладно, Нива так Нива. В принципе, ее можно хотя бы продать. У меня в выигрышах только Нива есть. Ну, 39 рублей она стоит довольно-таки немало. Тем более, это пока что выпало из бесплатной рулетки. Так, крутим еще раз. Желательно, короче, блат номера, либо какую-то тачку. А, желательно дорогую. Давай, блат номера, пожалуйста. Нет, ну, блин, рядом же было. Ё-моё. Ладно, 8 опыта, хрен с ним. Крутим дальше. Блин, надеюсь, сегодня мы хоть что-то нормальное все-таки выбьем, потому что будет довольно-таки обладный экс. Пожалуйста, ну, перекрутись ты еще раз, чуть-чуть осталось. Ёб твою дивизию. А ну, мне кажется, что сейчас мы добьем эти номера, видите, сейчас мы их добьем. Сейчас еще раз, наверное, раз экспиха выпадет, да? Еще раз экспиха? Нет. Не, ну не гоните вы беса, ёпта, наверное. Мы должны ее добить, стоп. Давайте я еще раз рискну, еще раз покручу. По идее, сейчас должны добить до блат номеров, либо до гелика, если так подумать. Ну, либо АК, да. Что-то моя логика не сработала. Ладно, крутим еще раз. При хотя бы блат номера было бы хорошо, на самом деле. Если бы хотя бы выпали блат номера. Так, давай, давай. И выпадает какое-то дерьмище. Ладно. Крутим еще раз. Еще осталось 6 попыток. И еще мы продадим всякое дерьмо, какое нам выпало. Ну, кроме XP. Потому что его нельзя продать. Опачки, Веста. Блин, я не смогу ее продать, хотя она стоит 300 тысяч, пацаны. Она реально стоит 300 тысяч. Так, скриншот я сделал. Все, продолжить. Так, запускаем еще раз. Надеемся все-таки на нормальную машину какую-то. Либо на блат номера хотя бы. Лицензии сейчас выпадут. Ну, это понятно, в принципе. Что-то удача сегодня не на нашей стороне, пацаны. Так, что я могу продать? Я могу продать все просто. На самом-то деле. Блин, ну, блин, три машины на самом деле выпало. Давайте я вот сразу сейчас выведу вот это. Все в игру. Наверное. Ну да, по идее, вот это выводим в игру. А, вот это продаем. На данный момент. Пусть пока что машины будут. Так, продать, да? Все, продали. Так, нужно сделать скриншотик еще. Три машины, пацаны, выпало. Но жалко, что это не три сукурбана. Было бы, на самом деле, покруче. Так, крутим еще раз. У нас есть пару попыточек. Блин, лишь бы что-то нормальное все-таки выпало хотя бы под конец. Потому что я очень надеюсь на то, что выпадет что-то нормальное. Плюс один уровень. Ну, неплохо, в принципе, но ладно. Крутим дальше. Что-то сегодня у нас сильно много опыта. Так, пожалуйста, что-то нормальное выпадет. Да, лицензии. Хоть бы машина еще одна выпала. А, хотя лицензии тоже дорого можно продать, на самом деле. Тогда ладно, пусть будет. Так, осталось у нас всего лишь еще пару попыточек. Ух, сколько... Монстр, тормози! Пожалуйста, нет, нет! Монстр был, блин! Просто был монстр, понимаете? 52 тысячи, это нахер мне ваши деньги, пацаны? Давайте мне эти, нормальные эти, кредиты. Кредиты, машину, давайте, все, все мне, давайте, давайте, давайте. Випка, да? Ну, блин, ну не випка хотя бы, ёпту налево. Так, у нас остается еще одна попытка. Пожалуйста, хоть что-то нормальное выпади. Машина, блат номера, хоть что-то. Да, вот именно про это я и говорил, конечно, да. Так, давайте последний раз крутим, и потом уже продадим то, что нам не нужно, в принципе. То, что выпало галимое. Так, обратно випка. Да ёптву налево. Что-то много випок выпало. Так, смотрим. У меня две випки. Одна 7 дней, другая 9. Так, это мы продаем. Конечно же продаем, это оставляем. Ну, машины продаем, а что делать, пацаны? Посмотреть для них. Ну, блин, все равно я их, во-первых, не смогу забрать. Во-вторых, нужны бабки, чтобы еще рулетку покрутить. Как бы, я думаю, это все логично. Еще будет три попытки, пацаны. Сейчас просто вся надежда на удачу. Так, крутим. А, давай, давай, хотя бы блат номер, машина нормальная, пожалуйста. Тормози, тормози! Блин, вы видели? Просто рядом с X5. Твою дивизию, блин, сейчас бы X5 выпал, я просто бы охренел, серьезно.
Мне в прошлом видео X5 выпадал, кто не видел. Блин, так близко вот X5 было, что я аж чуть не охренел. Да уж. Бля, а почему не гелик, пожалуйста? Почему ли гелик? Вот мне интересно, почему? Что, гелик так плох? Лучше, конечно, семерка, да? Ну, семерка это Веста, если что. Так, пожалуйста, что-то нормальное. Спасибо, спасибо просто, низкий поклон. А, ладно, давайте. Ну чё, бля, продаем это дерьмо. Нам выпало, пацаны, 5 машин просто. 5 штук. Нам выпало 5 штук, понимаете, за серию. 5 машин. Да, дерьмовых, но все равно 5 штук. 5. Карл. Да, конечно, я теряю бабки, я понимаю, тебе, вот Ладу Весту, Лада, обозвать 1.7, можно 30 тысяч подать. До 300 тысяч. У меня было бы уже 600 тысяч, понимаете, и Ниву еще. Ладно, хрен с ним, в принципе. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, продать за кредиты. Понятное дело, что мне еще с ними сделать. Так, рулетка. У нас еще две попытки есть. Ну, либо будет третья, если нам сейчас какое-то дерьмо выпадет, и мы сможем его продать за нормальные деньги. Пожалуйста, машина. Любая, нормальная. Блат номера. Есть, сука, да! Вот это хорошо. Вот это уже хорошо, спасибо. Хоть немножко, но уже купилось, пацаны. Напомню, что у меня было 600 рублей. Номера стоят 500 рублей. Так, крутим последний раз, скорее всего. Ну, если выпадет сейчас лицензия, то, может быть, еще один раз покрутим. Еще одни блат номера не помешали бы, на самом деле. Но выпадает мне экспиха. Да, в принципе. Поэтому, все очень плохо, пацаны. Ай, конечно, да. Ну что ж, это мы выводим, в принципе, в игру. Не, ну то, что я выбил блат номер, пацаны, это я уже купился на самом деле. То, что реально я выбил блат номер. Поэтому, в принципе, это хорошо. Я выбил просто много машин. Я за серию выбил 5 машин, да, дешевых, но все равно, пацаны, это довольно-таки круто. Но, к сожалению, я не смог бы их продать. Вот один минус. Надо было донить на другой аккаунт. В принципе, да. Поэтому вот такие вот дела. Ну, понятно, випку я заберу, в принципе, плюс один уровень можно забрать сразу. Ну, деньги тоже сразу, что делать с ними. Ну, и випку. А номера я уже придумаю, что с ними сделать. Либо, когда уже куплю машину, что-то поставлю на нее, в принципе, либо еще что-то. Ну, короче, все, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и всем... She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.